займет 3 секунды, а сделаете очень приятно. А перед началом видео хочу вам посоветовать очень годную группу под названием «Мемов нет». В этой группе вы найдете очень годные мемчики. Мы сотрудничаем с этой группой. В ней более 4000 участников. Выпускается много мемов в день, более 5 штук в день. Так что обязательно подпишитесь, а ссылочка будет в описании. А перед началом видео хочу вам посоветовать очень годный канал Inferno TV. Вот смотрите, какое крутое оформление. Сразу же видно то, что он реально не тырил из инета. Сам все делал. Красавчик, крутой 3D. У него 94 подписчика. Давайте поставим на колокольчик. Очень прикольный канал. Он меня просил пропиарить, я его пиарю. Давайте поможем ему соточку. Давайте по аннотации. Приходим, подписываемся на канал. Довольно часто проводит стримы. Вот стрим, он играет в игры, Brawl Star, разные показывает, как делать интро на Android, мое аутро, всякие опять утренний стрим, пиар, оценки, общение. Прикольные, короче, игры играет, показывает, как оформлять канал и все. Давайте посмотрим, плейлисты. Плейлисты у него есть, молодец. Каналы открыты. Давайте, тут написано, о канале есть. Пишут, во сколько стримы. 1302 просмотра, 94 или 95 подписчиков. Обязательно подпишитесь на него, а ссылочка будет в описании. И всем привет, ребята, с вами Савчкот. И сегодня, да, как вы видите, мы набрали 12 лайков по Shadow of Fight 2. И я подстригся, вот смотрите, видите. Я хожу в цирюльник, очень крутая парикмахерская. Это огромная сеть из Москвы, и по всей городам России это есть сеть парикмахерских, там салоны, все такое. Там везде стрижки все по 150 рублей. Я такой говорю... Нет, стригите меня за 200, потому что у них там можно за 200. Я просто говорю, подстригите за 200, деньги есть, все, подстригите за 200, чтобы покрасивее было и все такое. Прикольно подстригли меня. Ну так вот, у нас есть две новости. Естественно, как вы поняли, одна плохая, а другая крутая. Вот так можно сказать. Одна, да, начнем, естественно, с плохой новости. У нас, наверное, с периода с 10-го, с 11-го, с 10-го, 9-го постараюсь еще выложить видео, а с 10-го числа у нас уже, у нас будет перерыв целых 2 недели, минимум 2 недели. Что будет, вы спросите, да, а это мы уже плавно подойдем. Я буду, телефон я продаю, да, свой телефон, продаю крестный. И взамен у меня есть вот такой вот планшет Lenovo. Да, которому практически 3 года, он нифига не фурычит, нет, он работает, если его зарядить, там есть ВК, Ютуб, конечно, есть, там аккаунт мой есть, я пробовал скачать дорекордер, через что я снимаю, но он не скачивается, давайте на фоне включим ютуберскую музыку. Но это ничего не скачивается, увы. Потому что, типа, пишут, на вашем устройстве не поддерживается дорекордер. Скачал MobiZen, скачалось. Попробую снять на нем. Мне кажется, будут, конечно, качество будет ужасное. Да, тут есть фронталка. Она, наверное, там вообще минимум там 0,3 мегапикселя, где-то меньше мегапикселя. Но что-то хотя бы будет, постараюсь снять хотя бы... Ну, если не будет там 2 недели видео, то хотя бы 2 видео на неделю снять. Ну вот, потому что, ну, просто мне нервы не хватит на этом снимать. Это будет очень тяжело. Но потом я закажу телефон. Знаете какой? Да, новый телефон. Он будет очень крутым, я вам честно говорю. Качество видео намного улучшится, да, это самое главное. Лучше подождать, но потом будет топ, просто будет топ. Самое главное, крутейший процессор, который любую игру со стримом, ну, круто потянет. Там новый процессор 2019 года, я еще пока не знаю. У меня есть два выбора. Либо Xiaomi Redmi Note 7, либо Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Сейчас Xiaomi Redmi Note 7 Pro, его можно уже купить на Алике глобалка, только там цены на 2500 минимум завышены минимум. Давайте погромче.
Минимум на 2500 цены завышены на старте продаж. Но с 13 марта на Алиэкспрессе, с 13-14 марта появится, знаете что, появится Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Да, Pro. И Pro. Помните, я делала обзор на Xiaomi Redmi Note 7, когда он только выходил, китайская версия. А Xiaomi Redmi Note 7 Pro, его представили сразу же в Индии, то есть сразу же глобальную версию. Но прикол в том, что у него, да, круче процессор, Snapdragon 675, а не Snapdragon 660, как Xiaomi Redmi Note 7. Но этому процессору 660, Dragon, ну, Snapdragon, да, он получается двухлетней давности. А Snapdragon 675, который установлен в Xiaomi Redmi Note 7 Pro, он 2019 года, ну и он новый. Но мне вот все нравится, но один минус, вот один микроминус. Вот камера 48 мегапикселей, настоящих 48, Snapdragon 675 поддерживает, я вот видите, сам, вот видите, что я смотрю, я все сам говорю, поддерживает камеру 48 мегапикселей, и там стоит линза, то есть телевик, на что фотографировать, вот такая штука, стоит телевик от Sony, Sony IMX500, вот это, да, забыл. Sony IMX586, по-моему, вот так. Sony IMX586. Я, если что, на монтаже попробую вставить, вспомню. А, вот, и напишу. Ну, короче, это настоящие 48 мегапикселей. И на Xiaomi Redmi Note 7 только 13 мегапикселей и фронталка 13. И в Xiaomi Redmi Note 7 отличается только основная камера, там она на 48 мегапикселей, и там телевик стоит, ну, линза стоит, который стоит во флагманах. У них сейчас вышел Mi 9, ну, только презентовали недавно, и там такая же линза. И в телефоне, который бюджетник считается, там такая же линза стоит, как и в телефоне, который стоит 35 тысяч, который считается флагманом от Xiaomi Mi 9. Так вот, там будет камера на огонь, но есть вот этот, мы подошли к минусу. Один снимок будет весить, внимание, 10-15 мегабайт. 500 снимков, ну у меня вот сейчас на телефоне примерно 450, вот так, плюс-минус. Где-то фоток вместе с скриншотами всякие разные. Обычная фотка на Xiaomi Redmi Note 7 Pro будет весить 10-15 мегабайт. 500 фотографий, это будет больше 10 гигабайт. Да, окей, там будет 64 гигабайта. 64 гига хватит. Но, а как видео? Вот это, ладно, фотки это ладно. Я превью делаю со скриншотом. Окей, это ладно, фотки ладно. А видео-то как делать мне? Вот, например, видео, не на фронталка будет 13 мегапикселей. Это хоть что-то можно влог заснять. А если я буду там, например, летом, когда буду очень круто снимать, и селфи-палка, и все такое, буду с основной камеры снимать. Это ж сколько весит. Если сейчас у меня на телефоне камера основная 13 мегапикселей, значит, примерно 10 минут видео, я снимала 10-11 минут видео, весит чуть больше гигабайта. Чуть больше гига. А как же 48 мегапикселей? Минимум, что ли, 4 гигабайта будет весить одно видео? Я не знаю, может быть, это только фотки так будут много весить. И самое прикол, он снимается в 4К, но не 60 FPS. Да, что вы хотели-то за 15 тысяч? Это вам не за 35 тысяч, чтобы... Какой? За 35, где вы увидите 60 FPS-то? Это только вон в самых крутых флагманов, но не от Xiaomi и не от Honor. То есть там Mate 20, P20 Pro, Mate 20 Pro, вот так, примерно так будет. Там будет 4К 60 FPS. Что не знаете, это самая крутейшая камера. Ой, ну съемка. То есть это когда вы снимаете вот так вот, вот. Снимаете, и вы снимаете в 4К качество и 60 FPS. То есть у вас картинка полностью плавная. Вот так вот шатнули, вот так шатаете, а у вас ничего не шатается, потому что у вас как вот так вот крутите головой, и у вас все просто топ. 30 там, наверное, будет, скорее всего...
И там, скорее всего, будет... Что я говорил? И там, скорее всего, будет 30 FPS. 4К 30 FPS. Плюс-минус, мне кажется, так будет там. Все, у Mi Redmi Note 7 Pro будет 4К. 4К, самое главное, можно снимать. Ну, 100% можно, мне кажется, будет там снимать в Full HD, 1080p и 60 FPS. Это тоже можно будет, но в 4К это будет просто крутое качество. Если влоги, то я буду чаще стараться снимать на селфи-камеру, ну, потому что 48 мегапикселей, это ж сколько будет весить. Да, там 64 гига. Да, но там нельзя ставить комбинированный. Там можно ставить либо две симки, либо можно вставить одну симку и microSD. Вот это тоже один минус. То, что реально, ну, не, ну, это минус можно назвать. Ну, 64 гигабайта хватит. Но хотелось бы еще минимум на 16, либо на 32 купить где-нибудь у нас в России. Ну, купить где-нибудь карту памяти еще на 16 или на 32, чтобы там хранились только видосы и хранились там... И хранились там фотки, чтобы там только были. А все остальное на основной памяти. Вот это хотелось бы очень сильно. Но летом у меня будет вторая симка, мне кажется, это точно. Да, потому что интернет мобильный у меня не с основной симки, а с другой какой-нибудь любой, где самый выгодный, потому что основной там самый дорогой мобильный интернет. Ну так вот, вот мы подошли плавно, это будет очень крутая новость, очень крутой телефон, очень крутой, то есть все изменяется, именно качество, изменяется качество, изменяется вот это все качество вебки, изменится все. Но придется хотя бы, думаю, 1-2 видео в неделю выложу, попробовать на вот этом. Я вот реально попробую, постараюсь, вот смотрите, видите себя? Вот телефон стоит, да, вот на такой подставке. Ну вот, мы подошли, вот такие вот у нас новости. Мне кажется, я вот специально хочу вас предупредить. Минимум 2 недели не будет видосов. Минимум. Это в самом отстойном случае, но, надеюсь, такого не будет. Мы должны снимать на планшет. Я попытаюсь снять и выложить как-нибудь. И да, тут придется через мой Безен снимать, потому что, как я говорил, дурекордер не поддерживается, увы. Ну вот такой видосик получился. Да, я вас специально предупредил, чтобы вы не злились на меня. Ну, специально такой экстренный выпуск. Но самое главное, потом будет просто топ. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно подпишитесь, спасибо за 150 подписчиков. А с вами был Савчик Вот. Всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребят. А если ты досмотрел до этого момента, то ты просто самый лучший. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Это будет огромная поддержка для меня. Еще не забудь поставить колокольчик и поделиться видео со своими друзьями.